Так, и сейчас что-то у нас опять с чувствительностью стало резко. Придется убрать на минимум. Непонятно, честно говоря. Ну да ладно. И сейчас мы двинемся в этот магазин. Ой, блин. Тихо-тихо. Двинемся в магазин. Попробуем открыть там сейф, насколько я помню. Так, осталось его найти. По-моему, как раз он где-то вот тут. Так, что это у нас здесь? Отслоившиеся обои. Собственно, какая-то девочка пытается пролезть. На воришку ты что-то не тянешь, дорогуша. Господи, черт тебя дери, да кто ты такой? Джек Уолтерс, частный детектив. Ты взломала дверь и залезла в магазин. Так что давай я буду вопросы задавать, ладно? Да ты знаешь, кто я такая? Нет, да мне вообще-то все равно. У моей семьи серьезные связи в Ордене, так что я советовала бы вам быть повежливее, сэр. Я не местный. Никакой Орден надо мной власти не имеет. Правда? Не местный, говорите? Как интересно. Я Рут. Рут Биллингем. Ты подружка Брайана? Ага. Это все проясняет. Зацепка. Не знаю я никакого Брайана. Ага, ну да, я это уже тысячу раз слышал, и некоторые врали куда лучше, чем ты. Слушай, Рут, в городе ходит слух, что твой любимый сейчас в руках Ордена. Что? Нет, это неправда, они же его убьют. Это все я придумала. Я просто хотела отсюда выбраться. Ну, от меня ты чего хочешь? Ну, не знаю, вы же детектив, придумайте что-нибудь. Следующие две ночи я буду ждать вас на старом заводе рыбных консервов за железнодорожной станцией на Роули. Когда вы его найдете, отдайте ему вот это. Он знает, что это от меня. Так, все интереснее и интереснее. Нам нужно открыть этот сейф. Что-то по поводу комбинации я помню, такое на поверхности лежит, но нужно приложить некоторые усилия, чтобы тем не менее разгадать эту загадку. Так, как мне теперь отлепиться от тебя? Угу. Наверное, я что-то напутал. Давайте смотреть. Дневник Томаса Уайта. Что-то тут было такое. Вчера исполнилось 10 лет, скоро должны начаться изменения. Качество комбинации для сейфа, месяц, день и год ее рождения. Так, вчера исполнилось 10 лет, а сейчас у нас, судя по всему, 6 февраля 22-го. То есть, так, ну-ка. Не в ту сторону. Наверное, я ошибся. Блин. Так, как дело там? Не пойдет. Сейчас дайте подумать. Что ты? Наверное, нажимаешь направо, он крутится налево. А тут нужно определенной последовательности. По-моему, так. Так дело не пойдет. Довольно-таки интересно будет. Ой, ладно, чтобы не утомлять вас, я пока выключу запись и как решу эту головоломку, включу. Потому что тут, похоже, геморрой на долгие минуты раздумья. Да, вот так. Фу, наконец-то я решил.
Это ушло у меня где-то минут, наверное. 10 точно. Пароль, в общем, 2612. Крутить надо сначала влево, потом вправо, ну и, соответственно, дальше так. Так, и что у нас здесь за грозбух, судя по всему? Так, что ты наберешь его? В сейфе лежит манускрипт в толстой обложке. На ней тиснение «Книга Дагона». Понятно. Давайте прочтем эту книгу. Так, «Книга Дагона». Книга написана от руки, помещена в тяжелый переплет. На обложке тиснение «Книга Дагона». Похоже, это религиозный текст, переведенный с древних табличек. Здесь рассказывается о создании по имени Дагон. По-видимому, это какое-то морское божество и его супруги Гидре. Вот уроды. Самые великие из обитающих под водой расы глубоководных, которые поклоняются им, принося жертвы и совершая различные обряды. Описание жертвоприношений просто шокирует. Также есть упоминание волшебных заклинаний и странных ритуалов. Если верить этому невероятному манускрипту, то их история уходит корнями во времена задолго до первого упоминания человека, в невероятно далекую древность. Некоторые создания такие старые, что они видели образование и разрушение континентов. Они не умирают от старости, как люди. Отец Дагон и мать Гидра как раз такие существа. И их очень почитают за возраст невероятные размеры. Впрочем, наибольший трепет они испытывают перед мрачным богом, великим Ктулху, который, по преданиям, спит в подводном городе Орльех. Это же название какое. Похоже, книга не закончена. Последняя глава обрывается, как будто перевод текста не был завершен. Похоже, полезная книга какая-то. Я так думаю. Так, что у меня опять? Я только выключу фрапс, у меня куда-то чувствительность пропадает. Блин, давайте еще раз. Уж извините меня, оно просто невозможно. Так, ну-ка. Ну вот, полегче стало. Так, что теперь? Теперь нам, видимо, эту нужно... Не поддается. Кейт найти, что ли? Или как? Конечно, журнал, в котором бы помечались важные на данный момент действия, что нужно делать, не помешал бы, но нет так нет, как говорится. Уже поздно, пора готовиться к отъезду. Не хочу провести ночь в этой дыре. Так, нам, видимо, какой жуткий сквозняк. Нам, видимо, надо в отель. Пора спатеньки. Жутковатый городишко, ничего не скажешь. Давайте-ка мы сохранимся. Хорошо, так. Пойдемте в регистратуру. Это кто у нас опять ползает тут? Роджа, слышал, Уэйд убил свою собственную дочь, своего ребенка. Кошмар какой. Может да, может нет. Что значит может, Дарли? Я видел, как его Эллиот утащил. Он весь в крови был. Ну да, но только Билл сказал, что ее будто выпотрошили. Не думаю, что там такой сильный, чтобы так человека убить. У меня на болтовню времени нет, Чарли. Я получил приказ ордена. Чудак сегодня ночью никуда не должен уехать. Опа. Тот странный парень, которого ты пару часов назад сюда привез? Ага. Помнится, он у меня тут номер спрашивал. Так, и, судя по всему, у нас проблемы. Добрый вечер. Ага. Меня зовут Джек Уолтерс. Я просто так приехал. И не говорите, сэр. Гилман. Чарли Гилман. Я владелец этого отеля. У вас есть койка на ночь? У нас много свободных номеров на верхнем этаже. Оттуда прекрасный вид на город. Отлично.
Просто замечательно. Что это было? Какого хрена происходит? Эй, сэр, с вами все в порядке? Вы сейчас как-то странно выглядели с минуту. Побледнели совсем, а глаза стали черные, как угли. Будто вы привидение увидали. Все нормально, спасибо. Это все местный морской воздух виноват. Мне от него нехорошо. Эльсмаутский бриз не для чужаков. Чарли, пойдем со мной. Мне нужно тебе кое-что сказать. В тишине. Простите, сэр. В Эльсмауте обычно без дела не сидят. Я скоро к вам вернусь. Да уж, не очень обнадеживает разговор, который мы подслушали. И вот эти вот все пробежки непонятно кого по закоулкам города не обнадеживают вдвойне. Ну, собственно, так. Это ключ от заднего кабинета. Как-то это у меня интуитивно получилось, но ладно, пойдёмте. Тут у них бардак и разруха. Ох, а тут кровище-то, а? Это что такое? Патроны. Блин, не зря заглянул. Журнал. Интересно, какие тайны скрывает эта книга? И, судя по всему, надо валить отсюда. Блин, жуткое место. Идите за мной, сэр. Я покажу вам ваш номер. Я слышал, сегодня ночью в доме старого Уэйта было убийство. Все считают, что старый дурень убил собственную дочку. Говорят, он был с ног до головы ее кровью заляпан. Пришлось его оттуда увезти, а он кричал и плакал. Я думаю, его за это линчуют. Да, в городке творится страшно. Сэр, вы все еще бледный. Вам нужно отдохнуть. Спокойной вам ночи. И не шумите в номере. В Эльсмауте народ тихий. Нормально. Ну нахрен с такими соседями. Так, давайте почитаем, что за книга там подобрали. Это не то. Посмертные записи. Она была красавицей, ты точно сохранял ей жизнь так долго, как мог, из-за музыки, срывавшейся с ее губ. Такие легкие. Когда с ней было покончено, я вынул эти легкие и убедился, что они такие же прекрасные, как и звуки, которые они издавали. Чё? Возможно, я их сохраню. Ее печень также оказалась исключительно вкусной. Охренеть. Я никогда не хотел в Нью-Йорк, но если там все так же много болтает, как этот тип, то, наверное, я ничего не потерял. После того, как он проснулся и увидел мои ножи, он только тем и занимался, что говорил, умолял меня и торговался за свою жизнь. Все эти его слова выводили меня из себя, поэтому сначала я отрезал ему язык. Бляха-муха. В будущем нужно подольше ждать после того, как они поели. Внутренности ужасно пахнут. Перед тем, как он умер, я вынул у него почти все кости. Я работал очень осторожно, чтобы не задеть артерии, поэтому он не потерял ни одной лишней капли крови. Блин, маньячизм какой-то. И жил гораздо дольше. Когда он попробовал двинуть рукой, плоть задвигалась, но без костей она просто изворачивалась. Я отвязал его, чтобы он мог двигаться, и стал за ним наблюдать. Новая шутка сработала гораздо лучше, так что он вел себя намного тише, чем предыдущий клиент.
Ой, беда какая, ёлки-палки, это ж кто придумал такую хрень? Все кости вынул, охренеть. Так, ну и что? Это что у нас, вторая комната здесь? Ядрени фени. Чё-то я помню, это место, это, по-моему, одно из самых сложных мест в игре, если мне память старые не изменяет. Ящики. Ничего интересного. Ладно, сейчас посмотрим, где так наш лучше. Не пропадал. Не очень-то безопасно, но больше я тут ничего поделать не могу. По-моему, сейчас надо будет бежать. Чё-то я помню такое. Да, перед сном он написал в дневнике. Инсмот оказался куда более захолустным и неприветливым городом, чем я ожидал. В воздухе стоит сильный запах тухлой рыбы, а бедность и болезни, похоже, стали фирменной вывеской города. Со мной согласилось поговорить только несколько человек, остальные горожане меня избегают, а некоторые открыто выказывают свою враждебность. Мое чутье детективу подсказывает, что они пытаются от меня что-то скрыть. Разумеется, возможно, это просто предвзятые отношения, вызванные их внешним видом и манерами. Они такие безобразные, что я почти готов поверить в местные россказни об инсмутских пятнах. Но даже в таких условиях мне удалось немного продвинуться в расследовании. То, что я нашел Рут Биллингем, можно считать счастливой случайностью. Она убеждена, что ее любовничек все еще жив и удержит в городской тюрьме. Ребекка Лоуренс точно чего-то боится. По-моему, она не из тех, кого легко запугать. Поэтому, думаю, она недостаточно напугана, чтобы сбежать из города. Похоже, она больше беспокоится обо мне, а не о себе. Еще есть Зеда Кэллен, старая пьянчушка. На контакт он пошел охотно, здесь проблем не было. Вот только интересно, начал ли он пить от того, что видел, или начал видеть странные вещи, потому что много пьет. А, блин, до хрена тут всякого, короче. Так, нужно отыскать Брайана Бернова. Скорее, чем быстрее отсюда уеду, тем лучше. Начну поиски прямо с утра. Что-то сердце опять колотится. Это у него воспоминания, по-первых, похоже. Великий город Гракотус. Отвечай, Джек. Ты в безопасности. Что было в свете, Джек? Куда ты хочешь идти? Мы твое прошлое, Джек, и твое будущее. Я не понимаю. Поймешь со временем. Какие-то странные существа. Где ты разместил чужака? Наверху, в 401 номере. Пойдем, возьмем его. Ой, у нас проблемы. Так, ну и вот, что за нападение рыболюдей начинается. Да-да-да, что-то я помню такой момент. По-моему, не зря я закрыл дверь. Возьми ключи. Проклятие, закрыто. Наверное, с той стороны щеколда. Он проснулся. Я слышу, как он двигается. Ломай дверь, идиот! Ой-ой-ой-ой-ой. Второй, проверьте дверь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, они сейчас вынесут дверь.
дверь не заперта. Мы его взяли. Дайте ему уйти. Замок на этой двери сломан. Мне нужно забаррикадировать дверь. Быстро. Стой! Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком долго. Сначала нужно как-нибудь замедлить их поиски. А, блин. Ну все, мне хана. Ага, понятно. Ну ладно. Давайте еще раз. Блин, жуткое место. Да, блин, что ж вы так стреляете? Он наверху! За ним! Так, ну что? Ой, я это место уже прохожу, по-моему, раз 100-500 и точно. Блин, таких напрягов с играми у меня давно не было. Ничего и никого. Он сказал, что это за бой? Да. Но Чарли видел, как тот шнырял в городе и спрашивал у всех про этого мальчонку Бернема. Что ему известно? Ничего особенного. Так, все, отсюда я вообще не играл. Это не важно. Его убьют. Поэтому давайте разбираться. Это у нас что, сохранение? Отлично. Нет, ребят, серьезно, это место уже на полчаса где-то залип. Умирал, по новой начинал. Невероятно сложное место. Раз 100 сдох. Ему не